Кира. Какая же сегодня чудесная-пречудесная погода. Сейчас разденусь и первое, как нырну в бассейн и наплаваюсь. Одним словом, невыносимая жара. Сейчас буду делать бултых со спасательным кругом. О, вот так-то гораздо лучше. Прохладненько. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Шо это? Я еще не успел прийти, а кто-то в бассейн прыгнул. Это шо это такое за самовольность? Сейчас разберемся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Внучка, а внучка, а ну-ка давай вылазь с бассейна. Это шо это такое? Я еще не успел прийти, как сам главный смотритель, а ты уже доплаваешь. Ну-ка кыш с бассейна. Ой, дедушка, дедушка, извините, пожалуйста. Просто так жарко, что я не удержалась. Не могу больше находиться под солнцем. Чавой? Не понял. А кто это тебя просит-то под солнцем находиться? Давай вылази, идуй домой. Там тенечек, будешь сидеть целый день дома. Быстро вылазь с воды. Ну, хорошо, хорошо, я буду вылазить. Только, пожалуйста, не ругайтесь. Эх, а так все здорово начиналось. Шавойт, я должен молчать. Это моя работа. Ругаться да ворчать, ворчать да ругаться. Дедушка, извините меня, пожалуйста. Я не хотела вас ослушаться. Было очень жарко. Я не смогла удержаться, чтобы не прыгнуть в бассейн. Ой-ой, внучка, а мне-то какое дело, что тебе жарко? Сиди дома. Зачем пришла в парк, лол, такую рань-то? Еще водичка-то не согрелась. Без моего надзора нельзя. Еще раз повторяю, нельзя прыгать в воду. А вот с тобой что случится? Что мне делать-то потом? В тюрьму посадят. Я все поняла. Обещаю, больше без вашего разрешения никогда не буду прыгать в бассейн. Вот это ты, внучка, молодец. Правильно говоришь. Слушаться надо, старших. Давай, иди круг ложи, одевайся и топай домой. Бассейн еще официально не открыт. Как же все-таки хорошо, что это дедушка Макса, моего самого хорошего друга. В любом случае, если он что-нибудь предпринял бы, я бы ему об этом сказала, что мы с Максом друзья, и он бы не стал меня наказывать. Внучка, да ты давай скорее одевайся-то. Да иди, у меня работы еще полно. Нужно бассейн в порядок привести, а ты тут стоишь. Иди давай, одевайся, иди домой. Да-да, конечно, я все понимаю, дедушка. Просто мне нужно немножко подсохнуть, а то я полотенчика с собой не взяла. Вот видишь, внучка, как все-таки нехорошо ты поступила. Даже не подготовилась, прежде чем в водичку-то лезть. Полотенчика с собой обязательно нужно брать. И прыгать в воду только строго по графику. Ой! Дедушка, вы чего это упали? С вами все хорошо. Ой-ой-ой, внучка. Да все со мной хорошо вроде, только носом ударился. Я как вижу пушистые зверечки всякие, так сразу в обморок падаю. Аллергия что ли на них? А сейчас у вас голова не кружится, все с вами хорошо? Ой-ой-ой, да вроде хуже немного. Вот и отлично, если с вами не все так плохо, тогда я, пожалуй, пойду. А то что-то жутко мне здесь находиться, никого нет и какие-то неведомые зверьки бегают. Да я сам, внучка-то, не понимаю, откуда они-то взялись? Никогда никто не бегал, а тут забегали шо-то. Ой, что-то я не пойму. А где моя кепочка? Дедушка! А дедушка, вы не видели мою кепочку? Чего? Девочку? Какой такую девочку? Да нет же, не девочку, а кепочку на голову. Головной убор такой, кепочка. Нет, ничего такого не видел, ничего такого не брал. Вот все, что лежит твое. Все оно и лежит, как и было, когда я пришел сюда. Странно. Ну а кто ж тогда мог взять мою кепочку, если здесь, кроме меня и дедушки, никого нет? Внучка, ты что это такое говоришь? Кроме меня и тебя никого здесь нет. А ты что ли забыла, как зверечки здесь пробегали? Точно. Так вы полагаете, что это они могли взять мою кепочку? Ну, конечно. А что это нет? Этим засранцем лишь бы что-нибудь стыбрить.
месте. Бусонушки на месте, на месте. А кепочку это не так важно. Вот если бы ты без одежды пошла или без обуви, вот это вот проблемка-то. Дедушка, ну как вы не понимаете, что мне нельзя возвращаться домой без кепочки? Меня мама убьет. Ночка, да кому ты чешешь что? Никогда мама не убьет. Это байки, которые и в нашем детстве еще рассказывали. Чуть что так мама убьет. Мама любит своих детей. Никогда она их не убьет. Что за глупости-то такие? Уже ж должна понимать, не маленькая будешь. Я все хорошо понимаю. Но все равно, это мой любимый костюмчик. Мне его мама с папой подарили на мой день рождения. И он мне очень дорог, особенно кепочка. Ну ладно тебе, внучка, не плачь давай. Я поищу твою кепочку, а ты одевайся и иди домой. Если что, Макс тебе ее принесет. Максимушка, внучок ты мой. Или Катя, моя внучка. Ух ты, дедушка, спасибо большое. Буду очень вам благодарна, если вы найдете мою кепочку. Дедушка, спасибо большое, до свидания. Очень буду ждать от вас вестей. Эх, ну и внучки-то пошли. То кепочку потеряют, то разную обувь наденут. Это что это такое? Может, она вовсе в ней и не приходила так поплавать в бассейне. А теперь мне голову морочит. Никакой кепочки наверняка на ней не было. Здравствуйте, дедушка. А можно в бассейне поплавать немного? Внучок, у меня просьба к тебе будет. Поможешь мне? Тогда будешь плавать в бассейне. Ну, конечно же, помогу. А что нужно сделать? Ты думай, заводи свой вертушку-то. Нужно пролететь вокруг лоу-парка и посмотреть, нет ли какой кепочки на территории парка. Проще простого. Ну вот и нашлась кепочка. Нычок, ну какой же ты все-таки молодец! Нашел все-таки эту кепочку! Я очень тебе благодарен! Теперь можешь идти поплавать! Пойду кепочку-то внучке отнесу, а то переживать будет, еще и правда от родителей схлопочет. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.